отсутствует глубокий заинтересованный анализ предпосылок к летным происшествиям, инцидентов так называемых. Надо ориентироваться, вот 17-й год мы сработали без единой авиакатастрофы. Аплодисменты, все госорганы, какие мы хорошие чиновники, ни одной катастрофы. А в это же время резкий рост наблюдался предпосылок. Но бизнес зависит весь от безопасности, этот авиационный. Да? Поэтому распределение ресурсов должно быть баланс производства при условии обеспечения безопасности. Это прямо нарисовано и прямо понятно. И прямо такими вот словами записано. В РУБП написано, прям цитирую. В тех случаях, когда организация отдает предпочтение производственным задачам в ущерб управлению безопасности полета, в скобках, хотя даже и делая многочисленные оговорки с утверждением обратно, что, конечно, безопасность для нас важна, такое традиционное решение организации неизбежно приводит к катастрофе. Это просто дело времени. Это записано в документе, который признан всеми, включая Россию. Если вы не занимаетесь документацией, безопасностью, прогнозированием, как сейчас, и так далее, то есть катастрофа – это у вас просто время, дело времени. Сегодня не будет, завтра будет. У нас не назначено, как требует ИКАО, и мы с этим согласились, как требуем мы в составе ИКАО России, да, у нас нет лица должностного, ответственного за государственную программу безопасности полета в стране. Я считаю, что в том положении, в котором мы находимся сейчас, вот Россия по вот этой программе управления, системе управления безопасностью полета, нужно включить создание, внедрение и прочее этой системы в качестве федеральной программы государства.